Программа, которую подготовили власти города к 9 мая, по-настоящему выдалась насыщенной. Парад, возложение цветов, бессмертный полк, песни и танцы, полевая кухня. Казалось бы, после такого, что может быть лучше, чем провести вечер с чашкой чая? Но нижнекамцы уже не раз доказывали, что если отдыхать, то на полную катушку. Вот и в этот вечер тысячи горожан продолжили празднование в разных местах города. А посмотреть было на что. Например, в парке «Семья» подготовили культурно-массовую и концертную программы, которые никого не оставили равнодушными. Сегодня небывалая активность в парке «Семья». Сегодня горожане очень активно участвуют во всех мероприятиях, специально приготовленных для них на этот замечательный праздник, День Победы. Здесь и духовой оркестр сегодня играл, и горожане танцевали, и ветераны, и маленькие дети, и молодежь. В общем, все мы вместе в этот великий праздник. Едва закончил играть оркестр, как на сцену вышли танцевальные коллективы. Вслед за ними музыкальные исполнители. Звучали как татарские композиции, так и песни военных лет. Усидеть на месте было невозможно. Ну а для тех, кто вдоволь натанцевался, руководители парка «Семья» приготовили еще один сюрприз. Хотя он больше пришелся по душе самым маленьким гостям праздника. Сегодня еще у нас начал функционировать фонтан. Запустили фонтан с новой программой. Программа новая, светомузыкальный фонтан. В этот вечер все жители от мала до велика смогли найти себе развлечения по интересам. Программа пришлась по душе всем, как жителям, так и гостям города. Ой, здесь очень хорошо. Концерт очень хороший, очень красиво, фонтаны красивые. Нас вообще здесь все радует, здесь очень красиво и хорошо. Такой большой хороший праздник, это День Победы, столько народу, с детьми все гуляют, вон весело как бы, да? Мне понравилась программа, мне понравилась музыка, которая здесь играет, она очень яркая, красочная была. Мне понравилась парад техники, как люди ходят, сейчас салют еще будет, думаю, он тоже не подкачает. Вот сейчас маленько мы начали детину. И я за вас так довольна, чтобы вы жили, чтобы войны у вас не было, чтобы вы долго-долго жили, сынок. Я так довольна, чтобы вам мир был и счастье было. Сразу после окончания концертной программы для всех гостей праздника был организован просмотр фильма прямо под открытым небом. Для горожан поставили картину «А зори здесь тихие» 2015 года с Петром Федоровым в главной роли. Как признались организаторы, подобное новшество войдут в традицию. А на «Вечном огне» в этот момент уже полным ходом шла подготовка к флешмобу. Студенты и активисты свечами выложили слово «Победа». На фоне темного неба выглядело все необычно и красиво. Ну а в 10 вечера по традиции прогремел праздничный салют. Эффектное завершение любимого праздника россиян. Евгений Авдеев, Лисан Саитова, телеканал «Нефтехим».